corazón, mi corazón. Y si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare. Друзья, всем привет! Красноярск, добрый день! Проводим на родине российского дрифта. А сейчас мы в гостях у Forward Auto. Обратите внимание, как здесь очень круто все сделано. Я, честно, у них ни разу не был, даже не видел даже на фото. И, блин, первое впечатление, конечно, просто огонь. Это как будто просто как будто не в Красноярске находится. Во-первых, стена. Как будто бы стена на автодроме. Вот, во-первых, разметка. По ребричке. Тут прям целый автодром. Можно боком гонять. Там гоночные машины. Видимо, там основной цех создания автомобилей. Здесь сервисная зона. Запчасти, центр. Короче, выглядит все просто максимально круто. Очень интересно. Короче, зашли мы в смешании Forward Auto. Я сразу вспомнил фильм «Форсаж» первый, когда Брайан работал еще в магазине запчастей. Ладно, рай для перфекциониста просто. Все разложено, все аккуратненько, все по полочкам, шланги всякие, любые тяги, тормозные диски, суппорта и, самое главное, машинки. Да. О! Кто смотрел этот сериал? Кто подскажет, что это? Класс. Есть продукция Airline? Ну-ка, посмотрим, сейчас пойдем. Инициал D опять. Еще инициал D. Класс. О, а вот и Airline, пожалуйста. Ванек, слушай, к тебе как профессионалу вопросик есть по поводу станцухи. Стиль или не стиль? Норм или не норм? А машинка эта почти такая же, как у тебя была. Он спереди. Петуха.